В Саратовской области из-за засухи горит урожай. Специалисты бьют тревогу. В опасности яровые и зерновые. Сегодня режим ЧС объявлен в Новоузенском районе. Причем специалисты отмечают, жарко так же, как и в последние годы, но вот осадков выпадает недостаточно. На эту тему мы сегодня поговорим с заместителем министра сельского хозяйства области Александром Зайцевым. Александр Николаевич, здравствуйте. Так какие культуры у нас в опасности? Какие успеваем собрать, какие нет? Если озимые культуры у нас, можно сказать, проскочили за счет тех запасов продуктивной влаги, которые у нас сохранялись на весну, на период их роста и развития и формирования урожая, то вот по ранним, особенно зерновым культурам, яровым, это в первую очередь ячмень, овес, яровая пшеница, ситуация более сложная. И, возможно, по отдельным районам критическая, так как в настоящее время и районами проводится и хозяйственный мониторинг вот этих культур, которые я назвал, и, соответственно, будет дана оценка. Но снижение урожая однозначно это будет. Скажите, а какие районы сейчас борются с засухой? Это начнем. Это Питерский, Новоузенский район, это Дергачевский, юг Ершовского района. Соответственно, первыми, как бы сказать, наиболее такие жесткие условия и самый высокий температурный режим у нас сохранялся, это в Новоузенском районе. Вот буквально с сегодняшнего дня они хотят вводить уже режим чрезвычайной ситуации. Хотя режим повышенной готовности, то есть поступательные движения вот к этой чрезвычайной ситуации район уже вел, мониторил, и вот с сегодняшнего дня они вводят. А что дает введение этого режима чрезвычайной ситуации? Как помочь в таком случае аграриям? Чрезвычайная ситуация, она в первую очередь, хозяйство брали на проведение весенних полевых работ, на проведение сезонных полевых работ, кредитные ресурсы, какие-то заемные средства. Вот эта чрезвычайная ситуация, возможно, будет основанием для того, чтобы, возможно, пролонгировать эти кредитные договора или кредитные отношения с банками, там, с другими организациями. Но если будет охват и дальше ситуация вот по погодным условиям будет развиваться также вот критически, возможно, будут присоединяться другие районы, то есть будем набирать объем и обращаться в правительство Российской Федерации по оказанию финансовой помощи. Спасибо. О засухе мы говорили с заместителем министра сельского хозяйства области Александром Зайцевым.